Новая археологическая загадка. В ходе раскопок одной из 8 древних усыпальниц гробницы Хайхуньхоу в пригороде Наньчана, провинции Дянси, ученые обнаружили большой деревянный ящик. Что скрывалось под его крышкой, первыми узнали наши корреспонденты. Чтобы поднять огромную деревянную крышку, обнаруженную археологами внутри древнего комплекса захоронений Хайхуньхоу, понадобился не один день. Колебания земной коры, влага, гниение, насекомое, которое на протяжении тысячелетий разрушали дерево, сделали его очень уязвимым к внешней среде. Чтобы не допустить пересыхания и появления трещин, крышку тщательно упаковали и с помощью крана подняли на поверхность, чтобы доставить в лабораторию для дальнейшего изучения. Первый шаг был очищение, второй – сохранение оптимальной влажности дерева, которое поможет сохранить реликвию. После этого мы сможем ее изучить и рассказать об исторической ценности находки. Но оказалось, что недра некрополя Хайхуньхоу эпохи династии Западная Хань не торопятся раскрывать людям свои загадки. Каково же было удивление археологов, когда под крышкой большого ящика была обнаружена еще одна из лакированного дерева. По форме находка напоминает массивный гроб. Внутренний ящик располагался в северной части наружного. На его крышке можно рассмотреть различные ажурные узоры. Это чрезвычайно тонкая работа на лакированной поверхности ящика. О том, что это непростой ящик, говорят также серебряные застежки с узорами из сусального золота. Там же археологи нашли изделия из золота и нефрита, которые еще раз доказывают, что гробница принадлежит высокопоставленным чиновникам или членам императорской семьи. Специалистам предстоит детально изучить все найденные предметы, а также решить, как поступить с внутренним ящиком – отправить его в лабораторию в закрытом виде или вскрыть на месте. Это станет известно дней через 5, когда сделают выводы о степени сохранности реликвии. Татьяна Климова, CCTV.